Тебе обязательно все снимать? Да. Зачем? Зачем ты все снимаешь? Зачем все записываешь? Это его журнал. Это... Я хочу, чтобы он все помнил. Его журнал? Ты еще не знаешь, мальчик это или девочка. Да. Но, знаешь, если верить первому УЗИ, то это мальчик. Это... Итак, расскажи нам. Куда мы едем? Да. Мы едем в больницу, чтобы сделать УЗИ, второй ультразвук и подтвердить пол ребенка. Этого мальчика. Это парень. Или девочки. И мы счастливы. Мы рады. Привет. Привет. Ты будешь потом это монтировать? Конечно. Хорошо. Твоя очередь. Скажи, что ты чувствуешь, будущий папочка? Я счастлив и уверен, что наш ребенок будет здоровым. Мэтт, берегись! О, Господи! О, Джесс! Джесс! Боже мой! Мэтт! Боже мой! Телефон! Где телефон? Звони скорую! Звони скорую! Где же? Мой малыш! Ты будешь потом это монтировать? Конечно. Возьмет с нас за аренду дома. Ничего. Дом в нашем распоряжении на все выходные. Да, он хочет, чтобы мы отдохнули перед работой. Это классно. Да. О, не верится, что мы уедем на все выходные. В кои-то веки. Нам там будет весело, устроим вечеринку. Вечеринку? И нам снова будет хорошо. Да. Да? Ты никому про это не говорила? Нет. Хорошо. А что? Хочу сделать сюрприз, видео ко дню рождения Джо. Да. Но ты же успеешь все подготовить до отъезда? Да, если работать всю ночь. Только не переусердствуй. Тебе пригодятся силы на выходные. Неужели? У меня новости. Все в порядке. Можем снова попытаться завести ребенка. Ясно? Так что тебе нужны силы. Все твои силы. А мне пора. Пока. Не забудь, ты забираешь нас в 11, хорошо? Хорошо. Я люблю тебя. И я тебя. Меня зовут Дэн Хичкок.
начнем с погоды. Итак, температура не превысит 28 градусов. Погода будет солнечной, безоблачной большую часть дня. Скорость ветра 5-10 метров в секунду. Что касается грядущих длинных выходных, что ж, снова будет солнечно и безоблачно. А температура воздуха опустится до 22 градусов. И это прекрасный шанс выбраться за город. Итак, после небольшой рекламы мы поговорим о том, почему вам непременно стоит заняться вечерними прогулками во время долгих выходных. Сегодня утром американский спутник был уничтожен по сообщению властей каким-то неопознанным летающим объектом. Запись, сделанная самим спутником за мгновение до уничтожения, показывает, что его причиной стало столкновение между спутником и неизвестным объектом над канадской провинцией Квебек. Готов, Тедди? Поехали, мы опаздываем. И докладывать обо всех необычных наблюдениях. Привет же. Опаздываешь, Мэтт? Это все Тедди виноват. Кажется, он не согласен с тобой. Я буду через минуту. Ну, конечно. Как дела, именинник? Целую неделю без больницы, вот как дела. Лучше смотри на дорогу. Классная прическа, док. Ужасная. Когда вернемся в больницу, я покажу тебе нечто клевое. Зацени. Что это? Стой, стой, подожди. Ну-ка, что там? Ни хрена себе. Зацени. Ну, как тебе? Вот это да. Серьезно, ты наконец-то купил ее? Он ставил мне кучу денег, но здесь все, о чем я мечтал. Даже есть свет для ночной съемки. Здесь есть просто все. Ух ты, офигеть. Она сейчас записывает? Да. Мэтт, говорю тебе, я теперь готов ко всему. Постой. Дорогая? С кем поедет твой брат Джесс? С новой девушкой? Да, кажется, я мало что о ней знаю, кроме того, что они учатся вместе. Ух, стой. Что ты делаешь? Ух ты. Собираешься снимать все выходные? Я просто снимаю на память. Мои сиськи? О, да. Форма медсестры меня возбуждает. Учти, ты не возьмешь эту штуку в спальню. Да ладно тебе. Где твой брат? Ты сказала ему ждать здесь? Да, сказала. Твой брат бестолочь. Что? Это Трей и его новая девушка? Что ты делаешь? Да сюда. Привет. Привет. Привет, я Джесс. Джулия. Это мой муж Мэтт. Привет. Привет, как дела? Знакомство. Здорово, Трей! Здорово, Мэтт! Привет! Привет. Очень приятно! Давно не виделись. Эй, дай ко мне! Перестань! Господи, Мэтт! Сколько часов нам туда ехать? До Грейсфилда где-то 5 часов. Ого, 5 часов? 5 часов? Я думал, он ближе. Знаете что? Нет, это не так далеко. Разбуди, когда приедем, Трон. Почему ты его так называешь? А ты не знаешь? Он его так называет, потому что Мэтт монтирует видеоигры. А, ну все да, понятно. На самом деле, не поэтому. Давай, покажи, Трон! Трей, он же за рулем. А, давай, Мэтт, или ты ничего не видишь без своего? Нет, оставь. Давай, Мэтт. Я тебе говорю. Давай, я хочу посмотреть. Хотите это увидеть? О чем вообще речь? Покажи. А, давай, Мэтт. Хорошо. Давай, Мэтт. Ладно, я покажу. Да посмотри внимательно. Трей, это все ты виноват. Что там? Я все снимаю. Уже страшно. Боже мой! Какая гадость, господи! Черт, она уронила его в багажник! Что? Что? В чем дело? Он упал! Ты не делишь того! Что? Она уронила мой глаз? Иди, выплюнь! В каком смысле глаз? Ух ты! Мама, это протез вместо глаза! Трей, верни мой глаз! Он его жует! Эй, Тедди! Эй, глотай его! Кого-нибудь ловит сотовый? У меня нет. А меня не ловит уже больше часа. У меня тоже. Боже, Мэтт, почему мы едем так долго? Ты заблудился? Нет, я не заблудился. Мы скоро приедем, ясно? Расслабься. Мэтт, а вообще, чей это домик? Моего босса. Спроси его, почему он купил дом так далеко? Да. Потому что он зверолов. Серьезно? Кто, кто? Он охотник, он ловит животных. Что? Нет, 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 нет. Зверолов? Скажи ему настоящую причину, зачем твой босс купил здесь дом. Это классная история. Да, зачем? Зачем? Да.
Мой босс пытался поймать снежного человека. Что он сказал? Снежного человека? Мой босс наверняка спятил. Это чушь. Вот что это такое. Ну это клево, это прикольно. Я знаю, но ты не представляешь, как много людей верит в это. Как и он сам. Вот он и пытается поймать его. Да, я тоже. Твой босс, Мэтт, просто псих. Кажется, мы приехали. Ну, наконец, дом может быть с такими воротами. Смотрите, что? Я думал, здесь будет хибара с одной комнатой и удобствами на улице. Если это правда, я сплю в машине. Да, я тоже. Да брось. Что я спереди? Брось, Лиз. Вряд ли. Проход запрещен? Класс. Это точно здесь? Я надеюсь. Потому что иначе мы точно заблудились. А это обнадеживает. Он сказал, что мы заблудились? Да, возможно. Мэтт. Ты ведь понимаешь, что твой босс псих, да? Потому что верит в эту чушь. Еще как понимаю. Снежный человек, офигеть. Да ладно. Да, он даже сказал мне, что однажды слышал его. Может, он еще и да, твой босс явно выжил из ума. О, да он еще и параноик. В общем, нам с Джулией самую большую комнату. Это стопудово. Вы будете спать на кушетке. Да ни за что, ты серьезно? Ну уж нет. Нет, я не буду спать на кушетке. Еще как серьезно. Спать на кушетке. Народ, зацените. Круто. Потрясающе. Ты все равно спишь на кушетке, Трей. Отвяль, Мэтт, хорошо? И не надо так со мной. Трей, ты стопудово спишь на кушетке. Как самый младший, ты спишь на кушетке. Нет, я зайду туда раньше вас. Не сомневайтесь. Мэтт, а зачем ты запираешь двери? Чтобы дать фору моей жене. Что? Готово? Нет, нет, чувак, это нечестно. Бери лучшую комнату. Беги, беги. Давай, скорее, скорее. Это не круто, Мэтт. Трей, постой. Да нет, выпусти меня. Подожди. Почему ты все же спишь на кушетке? Пусти. Догоняй, дети. Я иду. Давай, давай. Ух ты! Нифига себе! Вы только взгляните! Это невероятно! Где ты? Я, кажется, заблудился! Джесс! Ты где? Я здесь! Где здесь? Как ну вы что-то? Вы что, издеваетесь? Две разных кровати? Нет, так не пойдет. Вы еще слишком маленькие, чтобы спать вместе. Да, да, очень смешно, Мэтт. Нам нужна. Тебе нужно стать комиком. Джесс? Просто потрясающе! Мне так нравится! Надеюсь, это наша комната. Эй, Трей! Как тебе кушетка? Да иди ты! А, черт! Слушай, перестань так делать. Что мне перестать делать? Эй, эй, нет! Это? Нет, это ты можешь делать все выходные. Да? Нравится? Да. Я так долго ждал этих выходных. Я знаю, я тоже. Ребят! Будет здорово. Ребят, выйдите на улицу! Эй, Джо! Ух ты! Офигеть! Лови. Эй, зацените! Здесь есть джакузи, да! Джулия, готовься, сегодня вечером мы ее опробуем. Красота. О таком можно только мечтать. Кажется, я сейчас умру. Говорю тебе, это то, что мне было нужно. Не париться, еда, выпивка и... И что еще? И снова еда, милая, куча еды. Мне это нравится. Только никаких камер. Ужин готов. Да. Боже, я такой голодный. Спасибо, нет. За шикарный уикенд с моими лучшими друзьями. Давайте. Так здорово с вами познакомиться. За нас, милый. Сейчас покажу класс. Готовы? Давай, пожалуйста. Бей, 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 бей. Вот так. Давай, бей. Бей, 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 бей. Ладно, я выпью. Это у нас Джесс, самый везучий игрок в покер в Грейсфилде. Она не проигрывает. А это моя жена с самым сексуальным лицом для покера. О, вот же везучий ублюдок, а. У него хотя бы кушетка есть. Вот так теперь изучает биологию. Отстань от него. Джулия, иди ко мне. Водичка просто супер. И у меня есть для тебя сюрприз. Ладно, ладно, я иду. Эй, сейчас придет твоя сестра. Ой, да какая разница? Простите, народ, я не взяла с собой купальник. Не извиняюсь. Да ничего. Боже, ты такая сексуальная. Не холодно? Ты это видел? Да. Она что, серьезно? Помоги. Эй. Нет, нет, залезай. Что, я ничего. Смотри. Поскользись. Что? Вон. Ого, что это? Ты о чем? Вон. Что за... Ух ты! Народ, вы это видите? Да! Что это? Он все больше и больше. Ух ты! Эй, что это? Он летит прямо на нас. Осторожно!
Родители! Черт! Вы целы? Нет. Он рухнул прямо со дома. Вы все целы? Хорошо. Господи, как ты? Ух ты, просто. Джо, бери камеру. Да, встретимся у входа. Нет, не ходите. Нет, Мэтт, нет. Мы скоро вернемся. Это так круто! Просто офигеть! Хорошо, что я взял с собой свет. Записывай все, потому что нам никто не поверит. Да не волнуйся. Постой. Да, я только настроюсь. Я тоже снимаю на камеру. На какую камеру? Неважно, забей. А, поэтому у тебя в глазу красный огонек, да? Эй, что делай? Идем. Эй, где он? Ты издеваешься? Вот черт. Ладно, надень на себя что-нибудь. Ну, где он? Я хочу его увидеть. Идем, он пьян, Джо. Ладно, идем, стой, идем. Стой, куда мы идем? Ты останешься здесь. Оденься и постарайся не терять нас из виду. Идем, он просто выпендривается перед подружкой. Я хочу пойти с вами. Это нечестно. Он должен быть где-то рядом. Да, должен быть свет или что-то типа того. Утром говорили про уничтоженный спутник. Черт, думаешь, это его обломки? Возможно, скоро мы это узнаем. Говорили, что обломки могут упасть на землю. Это лучший день рождения на свете. В какую сторону пойдем? Давай сюда. За мной. Смотри под ноги. Мой босс мог поставить капканы. Серьезно? Чтобы поймать снежного человека? Это просто нечто. Мэтт, постой, постой, постой! Что? Где Трей? Трей! Трей! Почему он не отвечает? Эй, Мэтт, мы ушли слишком далеко. Трей! 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 Да что это с тобой? Отвечай нам! Эй, Джо, знаешь что? Оставайся здесь. Я пойду. Эй, постой, постой! Оставайся здесь, я пойду посмотрю дальше. Он должен быть где-то здесь. Не выключай свет, чтобы я тебя видел. Не уходи слишком далеко. Нужно найти эту штуку. Не уходи слишком далеко, хорошо, Мэтт? Да. Что это было? Что это было? Чтоб тебя! Мэтт! Мэтт, ответь! Послушай, я тебя уже не вижу! Возвращайся назад, давай! Вернемся завтра! Подожди! Еще немного! О, Господи! Джо! Я что-то вижу! Тут свет! Где-то в метрах 15 от меня! Постой! Постой! Трей! Черт! Трей! Ты там? Да, да, я здесь! Мэтт думает, что нашел его! Серьезно? Не можешь быть, я иду! Нет, нет, послушай меня! Ты что, издеваешься, Джо? Ну, нифига себе! Ха-ха-ха! Джо! Я нашел его! Серьезно? О, вот это да! Мэтт, где ты? Быстрее, Джо! Ты в это не поверишь! Мэтт, где ты? Я здесь! Я здесь, Джо! Ух ты! Я же говорил! Я говорил, что мы найдем эту хрень! Что? Что это такое? Смотри, какой здоровый! Что? Ты видишь что-то? Я слишком глубоко. Здоровая яма. Реально? Да. Постой, я попробую достать. Что? Ты не знаешь, что там? Перестань. Ты как маленький. Здесь холодно. Я что-то нащупал. Ты что делаешь? Ты чего испугался? Не знаю. Ты сказал, что нащупал что-то. Ты меня напугал. Посвети мне. Давай, Джо. О! Кажется, я нашел. Он довольно большой. О! Ничего себе!
Ты взгляни на это. Никогда не видел ничего подобного. Ты только посмотри. Что это за хрень? Похоже на какой-то метеорит. Это не имеет отношения к спутнику. Он горячий? Нет. Он ледяной. Тяжелый? Хочешь подержать? Нет. Мэтт, не надо. Я боюсь его трогать. Джо, это же камень, как застывшая лава. Стоп, я сдох. Эй! Ты что здесь делаешь? Мы сказали тебе оставаться в доме. Мэтт, ты должен дать мне его потрогать. Да что это с тобой? У тебя что, амнезия? Чувак, меня сточертело торчать одному в темноте. Я себе все яйца отморозил. И как мы теперь вернемся в дом? Расслабься, ладно? Дом прямо там. Черт. Да, прямо где? Он был там, плюс-минус. Ага, да, точно. Дом переместился, придурок. О чем ты только думал, Трей? Не переместился, просто... Идем, посмотрим. Я уверен, что он в той стороне. Да, молись, чтобы ты был прав. Джесс! Лиз! Мы близко, я это чувствую. А черт! Я бронил там свой телефон. Извини, но мы не вернемся. А черт! Парни, стойте. Стоп. В чем дело? Стоп. Знаете, лучше подождать здесь. А то совсем заблудимся. Наверняка девчонки скоро пойдут искать нас, да? Так что... Наверное, ты прав. Если мы идем не туда, то не услышим, как они кричат. Именно. Так что подождем здесь. Да. Как холодно. Лиз! А? Что это было? Какого черта? Чувак, я не знаю. Я не... Тихо. Я что-то слышал. Вы что-нибудь видите? Я ничего не вижу. Что за животное так кричит? Джесс! Нет, Мэтт. Это была Джесс. В чем дело? Этот крик не был похож на Джесс. Черт. Джо. Джо. Что? Я пойду проверю. Что? Мэтт, нет! Дай мне камеру. Мне нужен свет. Мы договорились ждать здесь. Думаю, девчонки ищут нас. Я скоро вернусь. Оставайтесь здесь. Брось. Ты что, с ума сошел? Мы подождем здесь, Мэтт. Мэтт! Нет, не выключайся. Со мной. Что? Он ходил вокруг меня. Кто ходил вокруг тебя? Наверное, был голодный или типа того. Кто голодный? Стой. Что это был за зверь? Слышишь? Что? Слушай. Что? Похоже на мою собаку. Тедди! Нет, это не Тедди. Иди ко мне, Тедди! Похоже, он поранился. Черт. Трей, подержи. Что? Подержи. Джо, мы идем за что ним. Что ты делаешь? За ним, за кем? Что? Да ты издеваешься? Ты что, не слышал тот звук? Любой звук усиливается. Мы посреди леса. Хочешь, чтобы я поверил, что тот звук, что мы слышали, это просто белочка? Эй, хочешь, чтобы я бросил Тедди? Он мог попасть в ловушку. Жди здесь. Джо, идем со мной. Мэтт, ребят, куда мы идем? Меня Мэтт, одного. Просто свети вперед. Мэтт, помедленнее. Тедди! Давай помедленней. Тедди, ты где? Мэтт, помедленней. Мэтт, я не успеваю за тобой.
только не туда. Дайте! Зачем он полез туда? Даже не хочу это выяснять. Дайте! Что это с ним? Он напуган. Чего он боится? Я не знаю. Куда ты? Я иду внутрь. Я туда не пойду. Эй, я не брошу там Тедди. Ясно? Ты же не просто так взял камеру и свет. Ну вот, осталось ночное видение. Ты идешь? Тедди! Он как будто бы плачет. Собаки так не плачут. Мэтт, идем. Что? Тедди! Вот черт! Тедди! Мэтт, постой! Что это? Мэтт, давай уйдем! Постой! Идем! Тедди! Телефон Трея. Что? Да, я уверен, что это его. Как он оказался здесь? О, Господи. Что ты делаешь? Давай, идем!
обойдется, да? Я не знаю. Идем дальше. Идем. Джо! Стой, 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 стой. Эй, ты здесь? Джулия? Это девочка. Лиз! Джо, вы здесь? Джо, эй, что? Джулия! Ребята! Ни слова девочкам. Давайте сохраняем спокойствие, а то они запаникуют. Ладно, как скажешь. Джо, отзовите! Мы здесь! Эй, стой, стой, стой! Тихо! Где вы были? Что вы? Хватит, были? Хватит, кричать! Рэй! Все в порядке? Мэтт, что? Тихо, хватит. Кажется, я обделался. Мэтт, черт, все в порядке? Да, все хорошо. Постой! Вы нашли ту штуку? Да, нашли, но нам всем лучше вернуться в дом. Почему? Черт, я здесь не останусь. Что происходит? Там, в лесу, что-то есть. Какое-то животное? Что? Мы же в лесу, чего ты ожидал? Да, но не волнуйтесь. Мы просто слышали чей-то крик. Крик? Да, снежного человека. Это что, шутка или... Я не... Что Нет, это серьезно. Нам нужно собрать свои вещи и сваливать отсюда. Прямо сейчас? Мы же только да, приехали. Да, думаю, ночью нам лучше не ехать. Мэтт, о чем ты говоришь? Останемся в доме. Все будет в порядке. Что? Я согласна с Мэттом. Дождемся рассвета. Какого хрена? Нет, едем сейчас. Джо, ты можешь успокоиться? Не Никто говорить. Не ранен. Ты паникуешь, как обычно. Ну, конечно. Тедди сбежал, Джесс. Да, я знаю. Он странно себя вел. Мой телефон все время снимает. С телефоном Трея то же самое. Возможно, из-за этого. Сама знаю. Лучше помоги мне. Ого. Ничего себе. С ума сойти, да? Мэтт, мы можем поговорить? Да, сейчас подойду. Мне стоит волноваться? Нет, нам не о чем беспокоиться, но я должен выяснить, что там произошло. Хорошо. Ага, пока. Я налью вам. Эй, девочки, зацените! Мэтт, ты что творишь? Почему мы не уезжаем? Почему, по-твоему, мы так долго ехали сюда? Я заблудился. Что? Да у нас хватит бензина только до ближайшей заправки. И я не уверен, что смогу найти дорогу. Поедем сейчас, заблудимся и застрянем в лесу. Я не хочу рисковать. Ты не мог об этом раньше сказать? Эй, я не думал, что это было важно. Мы запремся в доме и переждем. Из дома не выходить. Черт. Ладно, идем в дом. Я же говорил, что снял его. Джо. Что это такое? Посмотри на его рост по сравнению с деревьями. Я начинаю думать, что твой босс не такой уж и псих. Бигфут? Да. Джо, ты про снежного человека? Что еще это может быть, а? Он живет в пещере в лесной глуши. Он огромный и голодный до человеческой плоти. Что это может быть, по-твоему, а? Признаюсь честно, я не знаю, что и думать. Все, с меня хватит. Да, дай мне минуту. Мэтт, все хорошо? Да. Нормально. Выяснил, что это было? Нет. Джо думает, что это Бигфут. Бигфут? Да. Ух ты. Смешно. В это трудно поверить. Да, трудно поверить. Я больше беспокоюсь за Тедди. С ним ничего не случилось. Он не в первый раз бегает из дома, он вернется. Я так не думаю. Он мог погибнуть. Знаешь, Джесс, я устал. Я так устал терять тех, кто мне дорог. Малыш, Тедди. Мэтт. Я устал от этого. Ты хочешь мне что-то сказать?
еще раз это пережить. Не могу. Джесс, я знаю, ты хочешь ребенка. Боюсь, я не смогу. Для меня семья – это самое главное в жизни. Ребенок – это дар, это… Я пойму, если ты не захочешь его иметь, но только определись поскорее. Иначе потеряешь и меня. Джесс! Кажется, просто птица врезалась в наше окно. Боже. Птица? Ты в порядке? Господи, я думал, да. Это... Нет, нет, не он. Джесс, ты цела? Все хорошо. Хорошо. Джо, идем со мной. Эта птица меня до чертиков напугала. Я думал, это снежный человек или та хрень проследила за нами досюда. Боже. Не такую вечеринку ты ожидал? Ну, нет, совсем не такую. За твой день рождения. Мэтт, как твой лучший друг и как твой врач, тебе не кажется, что ты много пьешь? В смысле, я знаю, у тебя были тяжелые пары месяцев, но ты... Ну что, Джо? Ты... Ну что? Должен жить дальше. Ты не единственный, кто потерял ребенка, и вы можете попытаться снова. И что? Потерять еще одного? Рискнуть потерять еще одного? Ой, да брось, Мэтт. Джо, я не буду обсуждать это с тобой. Не буду. Мэтт, не будь ты таким... Я иду спать. Отлично. Можешь сваливать. С днем рождения, Джо. Прячься. И чтобы ты знал, птицы по ночам не летают. Я знал. Я так и знал, черт возьми. Дебильный телефон. Почему ты снимаешь? Да что происходит? Как
хрена? Что? Что здесь происходит? Замолчи. Замолчи. Там. Умри. Умри. Кто внизу? Черт возьми! Джулия, ты меня напугала! На кого ты кричишь? Эта тварь была у нас в доме!
Мы валим отсюда. Собирай вещи. Ты случайно не видел Трея? Да. Он в вашей комнате. Его там нет. Что? Я отвел его в кровать пару минут назад. Не в мою кровать. Джулия, о чем ты говоришь? Я проснулась, а его нет. Видишь? Вон там. Это сразу, как я уложил его в кровать. Что? Я же сказала, что его не было. Почему он так ходит? О, черт. Куда это он? Эй. Ты видишь его? Вон он. Нет. 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 Трей, не выходи на улицу. Почему он выходит? Где он? Мэтт, где он? Вон он. Нет. Трей, куда ты идешь? В лес. Трей. Нет. Что с ним, черт возьми? Телефон ловит? Нет, не ловит. Трей! Что происходит? Чш-чш-чш. Твой брат пошел гулять посреди ночи. Что? Вот что происходит. Трей! Зачем он это сделал? Ты мне скажи. О, черт, я сказала ему не выходить на улицу. Трей! Хватит кричать! Нужно вернуться в дом. Сейчас же. Трей! Трей, это ты! Нельзя тут оставаться. Трей! А к черту! Я пойду за ним! Эй, нет! Что? Я же сказал, это слишком опасно. Мэтт, нужно что-то делать. Вы со своим дурацким монстром. Ну все, Господи. Хватит. Я пойду разбужу Джо. Джесс. Не отпускай ее туда. Хорошо. В чем дело? Джулия! Джесс, где Джулия? Она убежала туда! Я же сказал не пускать ее! Я знаю, она побежала. Что мне было делать? Черт! Что происходит? Джулия убежала в лес. Вы что, прикалываетесь? Если бы... Черт! Нужно было уезжать ночью! Ребята, что случилось? Возвращайтесь в дом и попробуйте вызвать помощь! Ладно, идем, Джо. Мэтт, что здесь происходит? Лиз, идем в дом, поищем телефон! Трей! Я самый тупой идиот, что иду за тобой. И если я умру, скажи моей маме, что это твоя вина. Эй! Я больше никого не хочу терять! Извини, Мэтти. Извини. Джулия! Трей! Джулия! Не верится, что мы вернулись в лес из-за этого щенка. Трей! Я не понимаю, зачем он захотел сюда вернуться? Это же просто глупо! Послушай, не думаю, что он понимал, что делал. Что? Да что здесь происходит? Трей пошел в лес, как долбанный зомби. Словно его манила какая-то сила. Его как будто загипнотизировали. В смысле загипнотизировали? Когда я спустился, он все повторял. Умри, умри. Кто-то должен умереть. Или что-то типа этого. Умереть? Кто должен? Я не знаю. Может, это... Я правда не знаю. Но одно я знаю точно. Это тварь. Это существо. Кем бы оно ни было, было в доме после что? Того, как Трей исчез. Я не сказал тогда, не хотел пугать девочек. О, ты супер. Ты просто молодец. Потому что теперь я боюсь до усрачки. Уходят.
Выключи! Мы ушли от него? Нет, не думаю. Мать, постой. Давай уйдем. Нет, только с Треем и Джулией. Я не могу позвонить. Мой телефон все время записывает. Возьми, может, мой работает. Служба спасения, что у вас случилось? Да, служба спасения. Здрасте, меня зовут Джессика Донован. Мы остановились в коттедже в Грейсфилд, Квебек, и адрес 1111... Секунду. Рейнджер Лейк. Вас плохо слышно? Вы слышите? Вы пропадаете. Алло, вы слышите? Мам. Мой брат и его девушка исчезли в лесу после я того, как... Я вычислю ваше местоположение. Алло. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Алло, вы слышите? Помощь уже в пути. Если слышите, пожалуйста, пришлите помощь. Мадам. Сорвался. Звонок сорвался. Здесь просто нет сигнала. Боже мой. Это... Смотри, что я нашла. Места, где видели Хитти. Что это такое? Грейсфилд, Квебек. Это наш дом. И пещера, в которую они пошли. Кукурузное поле? Собственность фермера Блэкберна. С ума сойти. Босс Мэтта еще безумнее, чем я думала. Это не сработает. Это сработает. Шары покажут нам путь к дому. Это же просто смешно! Эй, у тебя есть план получше? Я не хочу снова потеряться в лесу. Найдем Трея и Джулию и свалим отсюда. Трей! Ну где ты? Трей! Слушай, больше не нужно пытаться меня впечатлить, ясно? Отсюда даже не видно дома! Вот ты где! Зачем ты сюда вернулся? Трей, пожалуйста, ответь мне! Трей? Куда ты пропал, черт возьми? У нас уже глюки, идем отсюда. Нет, 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 нет. Мы не можем. Идем. Джулия! Джо. 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 Это ее? Да. О, черт. Черт. Джулия! О, господи. О, Мэтт! Что? О-хо-хо! Мэтт! О, господи боже! Черт! Что они с ней сделали? Как ее одежда там оказалась? О, господи! О, Мэтт, что с ней? Что произошло? Я не знаю. Что это было? Трей! Трей! Нет! Нет! Мэтт, где ты? Мэтт, где ты? Мэтт! Трей! Что здесь произошло? Его здесь нет. Где же он? Мэтт, нужно валить.
Сейчас же! Нет, я никого здесь не брошу. Мне не нравится это место. Вряд ли мы найдем здесь Трея или Джулию. Ребята! Хватит, Мэтт! Остановись! Эй! Мы не можем их здесь бросить! Нет, Мэтт, посмотри вокруг! Посмотри, кукуруза 3 метра в высоту! Куда ни плюнь, везде одно и то же! Единственный способ найти их здесь, это на вертолете! Что ты сказал? Я сказал, что единственный способ найти здесь кого-нибудь, это с воздуха. А раз летать точно, ты не умеешь... Точно! Что точно? Дай телефон. Мэтт, он здесь не ловит. Это не важно. Дай телефон. Ты сам сказал, если привязать его к шарам, так, он поднимется в воздух. И тогда у нас будет полная перспектива. Точно! Да! Сколько шаров у нас осталось? Сколько? Черт, всего 2. О, черт! Что? Джо. Что? Что там? Наши шары. Какого? Это шары, которые мы оставили в лесу. Это они принесли? А кто же еще? Зачем? Бери их. Да, но как мы... Нет, как это мы не вернемся важно. После Просто этого? Просто подбери их. Он записывает? Да. Супер. Отпускай. Хорошо. Думаешь, это сработает? Да, я уверен. Давай. Не урони его. Да не уроню я. Давай, выше. Сработало. Ночью я видел этот символ по телеку, перед исчезновением Трея. Ты его уже видел? Да. И ты говоришь об этом только сейчас? Да. Что оно означает? Откуда мне знать, что он означает? И с чем мы имеем здесь дело? Может, они выходят на контакт? Они? Кто они? И что им вообще нужно от нас? Трей? Что? Трей! Где? Вон. О, черт. Трей! Трей! Мэтт! Где ты? Держись! Мы уже идем! Эй, постой! Подожди меня! Черт! Где ты, Трей? Стой! Мэтт, подожди! О, нет! Трей! Мэтт! Боже мой! О, черт! О, нет! Трея здесь нет! Представляешь? Мэтт! Боже.
твари ищут нас. Черт возьми. Думаешь, мы оторвались? Не думаю. Нельзя здесь оставаться. Нужно уходить. Что происходит? Что это было? Где Трей? Где Джули? Я не знаю, Джо. У меня нет ответа. Но мне кажется, что они использовали Трея в качестве посланника. Посланника? Да. Когда ночью я спустился вниз, ему было плохо, потому что они что-то с ним сделали, чтобы передать послание. Послание? Да, насчет этого кого-то, чего-то, что должно умереть. Весь этот бред, который он повторял в подвале. Почему они использовали именно Трей? Потому что они пытаются общаться с нами. Ты прав на этот счет. Они слышали наш разговор, поэтому и отдали шары, когда они были нужны нам. Чтобы мы увидели этот символ. Да, но что он означает, а? Я этого не знаю. Черт. Да это сейчас и не важно. Нет, важно! Брось, Мэтт! Сам подумай! Эти существа становятся все агрессивнее и нетерпеливее. Нужно понять, почему. Разберемся, но сейчас нужно вернуться в дом, забрать девчонок и позвать на помощь. И как мы это сделаем, а? А? У нас нет навигатора, мы не знаем, где дом. Мы заблудились. А, черт. Нельзя здесь оставаться. О, черт, черт, что? Черт. Что? Шары! Их не было секунду назад! Возможно, они приведут нас к дому. Нет, нет! Послушай, вариантов нет. Я предлагаю идти. Слушай, уходим, пока эти твари не вернулись. Давай, скорей! Сам подумай! Нет, Мэтт! У нас нет выбора, Джо! Возможно, они уже вокруг нас, Мэтт! Я не останусь, я ухожу! Стой, нет, 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 стой, стой, стой! Они наверняка смотрят на нас! Что? В чем дело? Я уронил глаз! Мэтт, забудь о нем! Мы не можем терять время! Идем! Он где-то здесь! Он мне нужен, он записывал происходящее. Я так и знал. Вот что это был за красный огонек. Вот он. Хорошо, держи. Все, идем. Мы сделали это. Давай! Лиз! Джо, мы здесь. Господи, а где вы были? Где Трей? И Джулия? Мы не смогли их найти. В каком смысле не смогли найти? Они же не могли исчезнуть. Мы всюду смотрели, их нигде нет, забудьте. Боже мой. Мне жаль, милая. Боже мой, Джесс, что случилось? Успокойся. Этого мы сделали все, что не могли. Не может быть. Этого просто не может быть. Джесс, надо сваливать. Нужно. Нет, я не оставлю своего брата. Ты с ума сошел? Слушай, нам нельзя здесь. Нет, оставаться. Ты я это не понимаешь? Его, нельзя. Ты понял? Он может вернуться. Постарайтесь Мэтт, побыстрее. Мэтт, надо уходить. Я знаю, но Джесс не бросит брата. Возьми камеру, свет пригодится. Спасибо. По-моему, заправка километрах в 40 отсюда, но я точно не знаю, где. Ладно, мы постараемся побыстрее. Да, чем раньше, тем лучше. Да. Берегите себя. Я уверена, ребята в порядке. О, это не обнадеживает. Да уж. Черт, не заводится. Нет. Ты издеваешься? Нет. А, черт. Что с ней? Предохранители. Да чтоб тебя. Видимо, скачок напряжения. Мы не заводили ее, как приехали. Возможно, та же частота, что спалила щиток в доме. Значит, это все из-за скачка напряжения? Может быть. А может и нет. Можешь починить его? Хоть с закрытыми глазами. О, супер. К сожалению, у меня нет предохранителей, черт. Так что мы не сможем завестись. О, черт, черт. И что нам делать? Есть идея. Поедешь на велике? Брось, Джо! Сколько времени? Черт, мои часы свихнулись. Слушай, у нас около 5 часов до заката. Мы с Лиз успеем до заправки часа за 3. Джо, я не думаю, у что нас это нет хорошее... выбора! Лиз, тебе лучше остаться с нами! Нет, я не отпущу его одного, когда повсюду эти твари! Если что, я смогу ему помочь! Мы вернемся через пару часов с подмогой! Джо, что бы ни случилось, не вздумай съезжать с дороги, слышишь? Не волнуйся, мы скоро вернемся! Давай, Лиз, поехали! Джо! 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 Ого, смотри! Останови! Ух ты! Боже мой! Я знал, что не ослышался. Господи, что с Лиз и Джо? Я не знаю. И что с моим братом и Джулией? Я не знаю. Послушай, Джесс, мы нашли их на кукурузном поле. Что? Когда обнаружили этот символ. Нет, 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 нет! Нет, нет, что с ним случилось?
случилось? Что это за символ? И при чем он здесь вообще? Я не знаю. Мэтт, что происходит? Я не знаю! Лучше помоги мне найти хоть какую-то зацепку. Я был бы очень благодарен. Мэтт, бери! Черт! Я думал, я удалил это. Я... Прости. Ты прости. Я люблю тебя. Я попробую найти что-нибудь на камере Джо. Сегодня утром американский спутник был уничтожен по сообщению властей каким-то неопознанным летающим объектом. Запись, сделанная самим спутником за мгновение до уничтожения, да, показывает, что его причиной стало столкновение между спутником и неизвестным объектом над канадской провинцией Квебек. Власти просят граждан быть бдительными и докладывать обо всех необычных наблюдениях. Стоп! Сейчас. Охренеть. Боже мой! Боже мой, он пытался схватить тебя! Черт побери! Он хотел схватить не меня. Мэтт! Мэтт, открой дверь! Мэтт, прошу, что ты там делаешь? Мэтт, почему ты заперся? Я волнуюсь, пожалуйста, открой дверь! Мэтт! Что происходит? Скажи мне, что происходит, Мэтт? Черт, это символ. Открой дверь! Мэтт, ты очень-очень-очень пугаешь меня! Открой мне дверь! Открой дверь! Что ты здесь делаешь? Мы уходим через 30 секунд. Что? Ты можешь сказать мне, в чем дело? Все это время он искал этот камень. Черт возьми! Как думаешь, что это? Может быть, какое-то радиопередающее устройство. Да. Мне страшно. Слушай, у нас есть только один выход. Мы отдадим им этот камень. Но только если они вернут наших друзей. Иначе мы им ничего не отдадим. Стой, стой! Что? Нет. Что? Не сюда. Пойдем через подвал. Ой, нет, мы... Они могут быть снаружи. Так безопасней. Хорошо, идем. Ой, я не хочу туда. Я пойду первым. На, держи камеру. Иди за мной. Мы видели этих тварей на кукурузном поле. Нужно попасть туда так, чтобы они нас не заметили. Думаю, там держат твоего брата и Джулию. Выключи свет, выключи свет. Хорошо. Какой план? Кукурузное поле метров в 500. На его краю есть ферма. Нужно добраться туда и позвать на помощь. Ты точно уверен, Мэтт? Да. Ладно. Что? О, боже. Что ты делаешь? Боже мой. Нужно спешить. Мэтт, какого черта ты делаешь? В чем дело, Мэтт? Они здесь. Идем, идем, идем! Уходим!
чисто. Что? Что? В чем дело? Да чтоб меня! Что произошло? Мать, что произошло с Лизой Джо? Нужно добраться до леса. Идем, хорошо, скорее! Хорошо!
они мы... Мы не знали. Эмили. Спасибо Климент и Элиан Рад за их поддержку и любовь.
Этот фильм посвящается светлой памяти Виктора Федорова. Фильм дублирован объединением «Мосфильммастер» на производственно-технической базе киноконцерна «Мосфильм» по заказу кинокомпании МВК в 2017 году.